Привет. Как в Москве? Привет. Опухший весь. С кем подрался? Был поединок бокса с Ромкой. Вот такие дела. Что с лицом? Хулиган. Проснулся недавно. Такое вот у нас доброе утро. Ты что, бухал? Нет. У тебя что-то случилось? Нет. Ну, в целом, случается каждый день что-то. Но неплохое. Думаю, только хорошее. Когда в Дзержинск? Не знаю, когда в следующий раз поеду. Думаю, где-то, может быть. Не знаю, честно. Скучаешь по Испании? По Испании нет, по семье, да. По Испании не особо скучаю. Мне в Москве хорошо, прикольно. Очень нравится Москве. Какие планы на сегодня? Сегодня, возможно, хотел нарисовать какую-нибудь татуировку. Вот, и попробовать ее набить себе же. Скачивать очень хорошо смотрится. А ты не в 70-й школе там учился? Первый класс, да. В 70-й. Надеюсь, в паре с ушастой новенькой. Да. Откуда синяк? Режиссер. Он же мастер спорта. Болгария, привет. Porque tienes la cara con moretones, ¿qué pasó? Pues me peleé con uno. Мне кажется, Катя, на твоей не секси. Кажется. Я помню тебя маленьким. Панчик сказал, что тебе Либерж на самом деле нравится. Откуда синяк? Какие планы? Планы на будущее. Вот ты вышел с проекта, что дальше? Когда я выйду с проекта, скорее всего, уеду. Уеду к маме домой в Испанию. Ты был в Казахстане? Нет. Вы заселились с Катей? Нет. Но я вот лежу в этой комнате и думаю. Мне очень сильно напоминает Италию. Особенно вот этого. А, Валерия. Вот так вот сделаю. Я случайно нажал эту кнопку. Ни в коем случае. Так. Короче, вот такие дела. Тут. Да, это Италия. Я живу в Италии. Знаю, бываем. Бывали. Короче, лежу и думаю, может быть, просто заселиться сюда с Катюхой. Что у тебя под глазом, Сереж? У нас был боксерский поединок. Вот. С Ромкой. Ну, такие. Ничего, братан, ты лежишь, да? Да, приживаюсь. Все, приживаешь чуть-чуть? Да, приживаюсь. Ништяк? Да. Вань, ты не вспомнил, прохуенно. Катюха, я думаю, не против. А? Ну, конечно, а что вы будете скидаться по углам, блин?
Сколько лет можно проект? Проект можно с 18 лет. Нужно ли вам оно это, 18 лет идти на проект какой-то? Нет, вам это не надо. Вообще, мне кажется, 18 лет. Ты не боишься получить по лицу, мужик, на юбилей трясутся внешность. Да я вообще мало что боюсь уже в этой жизни. Я вообще много прошел. Скитаться по углам, да. Точно. Да, фингал такой нормальный был уже. Катюха на маникюре. У вас камера всегда включена? Нет. Ночью нет. Ты был в Беларуси? Нет, в Беларуси не был. Мало получил. Да, согласен, мало получил. Больше просто не мог получить. Вот, поэтому получил столько, сколько получил. Откуда кепка? МКС. Минск стайл. Братик подарил. Тут один очень хороший друг из Минска. Тебе нравится на проекте? Если да, то чем? Мне на проекте просто нравится тем, что здесь я могу построить свою личную жизнь какую-то, не парясь там о каких-то других моментах. То есть хорошая школа, чтобы реально проверить свои отношения, проверить свои чувства и так далее. Вот. Этим круто. Вот. Остальное вообще не важно. Я также занимаюсь какими-то своими делами, я также работаю, я также могу обучаться. То есть, поверьте, мне здесь не так плохо. Многим кажется, что это какой-то зашквар. Господи, это просто вот зашквар, это считать что-то зашкварным. А если считать все, что в твоей жизни происходит, как опыт, это круто. Мне сейчас пишут, да, он там отсидел и так далее. Это опыт. Понимаете, кто как относится? Зашквар, не зашквар. Очень много девочек пишет, и мы с некоторыми, я даже общался по видеосвязи, вот, и многие считают, что реально, что это днище, что здесь сидят люди, которые не хотят работать, что здесь люди просто от того, от плохой жизни, от какой-то. Ребята, поверьте мне, просто поверьте. Здесь люди просто приходят и живут. Не от плохой жизни и не от того, что здесь как-то может зашквариться. Нет, поверьте мне. Если то, что было раньше, то, что было раньше, и то, что сейчас, конечно же, есть отличия, но это всегда нужно расценивать как охуенный опыт. Опыт. Короче, очень много с чем я не согласен вообще в целом, поэтому обрубаю сразу контакты такие. Не хочется вгонять себя в какие-то, блин. Знаете, вот фраза такая есть. Если мы все умираем, то не учите меня жить, как в дешевой рекламе. Это ярлыки, их вешают те, кому нахер нихер делать. Согласен. Когда дед пойдет домой, дед не пойдет домой. Так и есть. Даже старички возвращаются, которые не увозят сами. Они же сами об этом говорят. Дринко тоже вернулся заработать. Заработать что? Ребят, ну просто, понимаете, здесь как бы, здесь проект, здесь просто снимают нашу жизнь, здесь просто как бы вот, мы продаем свою жизнь, ну как бы, мы
продаем экранизацию нашей жизни. Вот поэтому и все. В целом, как бы, это круто. В чем-то есть плюсы, в чем-то есть минусы. Но неплохо и нехорошо. Это нельзя расценивать как плохо либо хорошо. Много нюансов. Сережа, не объясняй, не оправдывайся, всем не угодишь. Согласен. Согласен. Но я желаю всем мира, тепла, здоровья, добра и секса побольше. Девочки, которые вот недотраханные, там, извините меня, конечно, вот, побольше вам секса. Потому что в жизни появится больше красок, больше любимых людей. Ну, не больше любимых людей, больше любви к одному человеку. Вот. Я вот вижу здесь девушки, у которых все плохо с интимной жизнью. Они кричат постоянно. Постоянно кричат. Мама меня, мама, постоянно кричат к отцу. Смотришь потом эфиры со своим участием, чтобы установить. Нет, не смотрю. Не хочу просто смотреть ничего. Я лучше на вас посмотрю. Кто ты по гороскопу? Я телец. Юлия скортит в Дубае. Это вопрос или это аффирмация? Я на самом деле мало верю в это, что она занимается такими делами. Просто вот реально очень, очень вообще не верю. Это неправда, я бы сказал даже. Трошаку привет. Я знаю, кто ты. Я тебе тоже желаю добра. Ты с Катей? Нет, ну не с Катей пока. Я телец, да. Телка, телец. С Ваней общался, как он там? У Ванька все хорошо, он отдыхает, занимается своими делами. Вот. Нормально. Не хватает иногда Лео. Как видели, у меня в телеграм-канале вчера Лео забился, а после всех драк он забился там где-то в шифонерную. Вообще пипец. Просто. С Катей вместе. Мы с Катюхой не пара. Но мы очень хорошо общаемся. Вот, ходим в киношку, вчера были в кино, на фильме. Сейчас уже у нас начинаются скоро съемки, нужно приходить в себя. Думаю тоже купить собаку. У Ванька отпуск, скоро мы его увидим, через пару. Тебе больше Элина нравится или кажется? Тебе кажется, дорогая Заира. Очень сильно кажется. Элина мне вообще не нравится. Элина достойнее Катя. Бля, никогда не блокировал людей, но тут просто... Валентина, ты просто, я не знаю, ты не шаришь в жизни, просто не шаришь. Иди умойся, проснись как следует. Я вот то же самое сейчас пойду сделаю. Умойся, проснись, погляди на жизнь с другого ракурса и поймешь, что Элина никому не нравится. Эй! Здорово! Здорово, бандиты! Всем хорошего утра! Всем, ребят, всех обожаю, всех люблю. Хорошего дня. Хорошее настроение. У нас вот такая погодка.
непогодка.